Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый 2021» по итогам онлайн-голосования стал старооскольец Александр Карапузов. Подполковник полиции работает в органах более 30 лет, 20 из которых на одном участке – Слободе Стрелецкой. Полицейский награжден нагрудными знаками за отличие в службе 1, 2 и 3 степеней. 4 раза был в служебных командировках на Северном Кавказе. За помощь в тушении лесных пожаров в Староскольском городском округе отмечен медалью МЧС за усердие. Впереди у полицейского всероссийский этап конкурса. Он пройдет с 1 по 10 ноября.